целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашихабский 19 ноября в Кашихабском сельском поселении провели профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого особое внимание уделялось техническому состоянию автобусов, выявлению фактов несанкционированных изменений в конструкции, а также документации и качеству подготовки водительского состава. В случае выявления таких нарушений и несоответствий к водителю, как и к руководителям предприятий, будут приниматься меры административного воздействия. Сегодня на территории Кашхабльского района отделом ГИБДД МОМД России Кашхабльский проводится профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе проведения профилактического мероприятия личный состав ОГИБДД ориентирован на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, прежде всего правил перевозки пассажиров и эксплуатации транспортных средств. Всего сотрудники госавтоинспекции провели 15 профилактических бесед с водителями автобусов и напомнили им быть более внимательными и осторожными при перевозке людей. Ведь нарушая правила дорожного движения, они подвергают опасности не только себя, но и участников дорожного движения. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.